Здорово-здорово, дорогие подписчики! По-прежнему с вами Диман, и сегодня мы продолжаем играть на Black Rush. Играем мы на сервере Казани, куда я, конечно же, вас приглашаю. Для этого вы должны будете зайти по ссылочке в описании для iOS, либо Android версии. Скачать игрушечку при скачивании iOS и не забудьте поставить оценочку 5 звезд. Это очень важно для продвижения нашего с вами проекта. Ну а также, друзья мои, сегодня в этом ролике я расскажу, как вам подняться, если же вы новичок на проекте. И как быстренько, в общем-то, качнуть ваш уровень, получить кучу тачек, скинов и стать реально уже масштабно хорошим, таким заряженным игроком на проекте. Друг мой, не забудь поучаствовать в моем конкурсе на 3000 блэккоинов. Для этого поставь лайк, подпишись на канал и напиши в комментариях слово «Участвую». Чем больше комментариев, больше шансов на победу. Первоначально вам нужно будет пройти все квесты, и вы сразу же получите примерно третий уровень. Почитать гайд об игре, если вдруг такая требуется задача. Ну а также, ребята, взять скутер, отправиться на первую работу. Но я рекомендую вам быстренько отправиться сдать на права. Посмотри мой прошлый ролик, и я прямо там рассказывал, как быстренько сдать вам на права. Вот. Ну а пока будете ехать, не забудьте ввести мой промокодик во вкладочке хэштег промо. И вот здесь активировать промокод, вот сюда пишите Димк, и смотри, что он тебе дает. А именно, VIP-голд на 12 часов, скин Моргенштерна, шарик и гелик на 12 часов. Грубо говоря, отыгрываешь 1 час, получаешь все эти плюшки, ну или просто ждешь следующий payday и также получаешь все эти плюшки. Сегодня, ребята, я покажу вам новенькие промокодики, также которые очень сильно помогают новичкам на проекте развиваться, кататься на не своих машинах, и в принципе на протяжении недели можно все эти тачки используя просто реально ездить на чужих машинах, зарабатывать бабки на свои тачки, ну и также гонять скина, которые тоже будут для тебя бесплатными. И давай первым же делом введем первый промокодик, который очень сильно тебе поможет развитие. 900K. Вот так он вводится. И смотри, на третьем игровом уровне после прохождения всех квестов ты получаешь 3 скина. Автомобиль BMW M3, Nissan Skyline и VIP Gold на 6 часов. На самом деле VIP Gold очень важен, потому что если у тебя его, допустим, не будет, то ты будешь обычным рядовым игроком и не сможешь максимально умело и быстро качать свой аккаунт. Ведь VIP Gold дает тебе прокачку в X2, деньги в X2 и все в X2. И мы по промокоду Black Million можем получить его на 12 часов, причем сразу же. А если вдруг у вас промики закончились, вы не знаете, где взять этот VIP Gold, то можно посмотреть вот в донате VIP, и я рекомендую сразу же получать VIP Platinum. Он стоит 65 рублей, если брать его при X2. Ну а далее, ребята, мы, конечно же, с вами, имея все уже VIP Gold'ы, можем получить, конечно же, по промокоду LETO23BR еще классный скинчик, причем сразу же. Да, ребята, скин можно одеть в инвентаре. Вот так вот девчулю вы уже приобретаете. Ну, а также, кстати говоря, можно получить и тачку сразу же. Ребята, ВКБР. И смотри, мы получаем скин. Кстати говоря, сейчас мы его оденем. И BMW Z4 стоимостью 15 миллионов. Это очень дорого. А скин очень саможирно донатный. Именно Кирилла Муханова. Ребята, вы уже не бомжи. Вы уже на коне с тачкой, с инвентарем, с, получается, VIP-голдом. У вас реально прям все замечательно в этой жизни. Осталось зарабатывать бабки. Ну, а также, ребята, давайте-ка не будем останавливаться. И прямо сейчас вместе с вами мы введем еще парочку промокодиков. И получим, конечно же, секретные плюшки по секретному промокоду 090523. И смотрим, у нас сразу же два новеньких скина, автомобиль УАЗ Хантер на целых 12 часов. Это очень-таки жирно. Ну а далее победа, да, ребята, победа, а именно BR23. Смотри, это у нас получается сразу же выдается, опять-таки, УАЗ Хантер, Хаммер, 3 аксессуара и 2 классненьких скина. Я не рекомендую все промокодики вводить, как это делаю я, то есть нахрапом. Все подряд, потому что они также все подряд у меня и закончатся. Я рекомендую, конечно же, вводить сначала один, дождаться, пока закончится он, потом второй. Ну и все тачки, которые у тебя имеются, ты будешь забирать в Лукуре Авто. И давай-ка я тебе быстренько это продемонстрирую. То есть просто вводишь хэштег промо, получаешь, допустим, X6 на 3 часа, да, да. И, конечно же, нажимаешь хэштег car, и вот у тебя этот X6 уже доступен на месте парковки. Давайте-ка глянем, где он у нас расположился. Итак,
Итак, вот наш X6. Ребята, это реально наша машина. И давайте-ка быстренько я покажу вам то, что мы можем ею управлять. Хэштег кар, мы также можем ее выгрузить с транспорт сервера, ну и так далее. Ну а также я покажу то, что у меня реально новый аккаунт, то есть у меня фишка-шишка. Ну, уровень первый, очки опыта 0 из 8. Ну, а для того, чтобы тебе получить вот этот замечательный Mercedes-Benz GT63S, то нужно ввести хэштег промо и вот сюда вписать Shark. Ребята, данная тачка тебе будет доступна сразу же на, получается, 3 часа. Вот, посмотри на это. Кстати, стоимость ее очень большая. Но для получения вот этой эксклюзивной тачки BMW M1, ребята, стоимостью 70 миллионов. 70 миллионов, Карл! И для того, чтобы ее получить, можно ввести такой промокод, как BRLAVAY. И посмотри, ты получаешь BMW M1 на 24 часа, а также с нею McLaren, Mercedes, как бы Акулу на 60 часов, Dodge Demon и Nissan Skyline. Также VIP Platinum. Это очень жирный промокод, который тебе явно нужно вводить. Также можно получить вот эту замечательную тачку Lamborghini Huracan стоимостью 17 миллионов. И для этого тебе нужно ввести такой промокод, как Happy BRDAY. Вот таким образом. И смотри, Lamborghini, кстати, да, даже не Huracan, а Aventador ты получаешь. Также Mercedes Gelic, ну и M5 и Mini Cooper. Неплохо. Еще можно покататься на Cadillac Escalade стоимостью 12 миллионов. Для этого нужно ввести такой промокод, как Кулич. Вот так вот ты его вводишь. И смотри, у тебя получается Cadillac Escalade на 24 часа, 2 скина, VIP Gold и многое другое. Для лутки вот этого эксклюзивного Lamborghini Urusa стоимостью 15 миллионов 300 тебе требуется ввести промокод Holy March, а именно 23-й. То есть вот так вот ты его вводишь и смотри, Урус, помимо него Гелик, Бентли, Скайлайн, Камара, и это все, ребята, ты можешь получить по одному лишь промокоду. Давай быстренько еще пробежимся по таким промокодам, как March, который дает Феррари. Это и Феррари у нас нету в этом автосалоне, потому что она эксклюзивная. Ну а также, если ты ведешь просто 8 March, то ты получишь, смотри, как минимум это Феррари и еще Ламборгини Галларда. Тоже на 24 часа через 3 игровых уровня. На самом деле 3 игровых уровня, я уже сказал, качаются очень быстро. Еще можно получить классные аксессуары по типу маски демона на практически неделю. А также еще можно получить такой аксессуар, как Фредди Ди маска тыквы. Смотри, маска тыквы тоже на неделю тебе уже будет доступна. Ну и последний на сегодня промокодик, который я бы хотел тебе, конечно же, предоставить, это промокод Clown23. Вот такой вот промокодик, это один из жирных BMW X6 на 3-м игровом уровне, хотя он у тебя уже есть, и 3 классных аксессуара. Еще есть такие промокодики, как стартовый на промокод, потом DEV, получается BRVK, ну и многие другие. Тот же получается HV2021, которую ты ведешь, получишь косу на, получается, 24 часа. Также промокод Scooby, Фольц на 6 часов. Ну и, конечно же, еще PLVR, ты получаешь BMW M5 в 90 на 3 часа. В общем-то, эти промокодики, они старые, но если ты, допустим, о них забыл, можешь, конечно же, тоже ввести. Ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях, какие тачки тебе понравились больше всего.